Пока здесь тихо и спокойно, но уже завтра будет поток машин. В 2018-м после обследования моста стало понятно, что дорожная часть находится в аварийном состоянии и без ремонта не обойтись. Средства были выделены, а к 2019 году утвержден проект и найден подрядчик. Дорожники работали в сложных условиях, но результат скоро могут оценить многие. На подходах было заменено 180 железобетонных балок. В результате ремонта мы еще заменили деформационные швы. При проезде люди оценят, они стали более комфортные. А еще на мосту восстановлено освещение, барьерное ограждение, тротуары. Со стороны Новоалтайска отремонтирован участок дороги в 11 километров. Особо отличившихся за время ремонта сегодня награждали и благодарили. Думаю, что не только я, но и все, кто по мосту будет в ближайшее время проезжать, возвращаясь как бы к привычным своим маршрутам, будут мысленно, конечно, наших дорожников благодарить. К слову, дорожники дали 12 лет гарантии на проезжую часть, пояснив, с учетом большого трафика ремонтировать полотно придется, но не столь масштабно. Первое сегодня по отремонтированному мосту доверили проехать дорожной технике, которая здесь работала. А уже сегодня вечером в 21:00 мост будет открыт для автомобилистов. Добавим, что из-за конструктивных особенностей моста для большегрузов, как и раньше, проезд будет закрыт. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.